Всем привет! Новая цеца от компании Xiaomi. Зарядник для телефона. Инструкция. Ну и собственно сам зарядник. Вот так вот он выглядит. Здесь гнездо на 2 ампера. Ой, вернее, на 3 ампера и на 1 ампер. Сейчас попробуем его впихнуть. В общем, вот так вот это все дело выглядит. Ну и, соответственно, проверим, заряжает он или нет сам телефон. Заряд пошел, даже быстрая зарядка. В принципе, неплохо, но нужно совсем с другим кабелем проверить, который покороче. Если мы его сюда воткнем, то у нас будет минимум проводов телепаться к самому телефону. Ну и зарядка пошла, соответственно. Неплохой, хороший походный инвентарь в дорогу. Ссылки на него будут в описании к видео. Заряжает. Второе гнездо у нас работает или нет? Второе гнездо — это обычная зарядка. Ну, в принципе, неплохо. Выполнен качественно. Что-то у меня там вообще все ржавое. Скорее всего, пластик. Хотя, может быть, и алюминька. В общем, вот такая вот штука от компании Xiaomi. От суббренда 70 Mai.